Дорогие друзья ломоносовцы, у нас сегодня в гостях просто гитарный виртуоз, мастер своего дела, музыкант и исполнитель песен 80-го уровня Дмитрий Силантьев. Весьма преджазованный молодой человек. Здравствуйте. Приветствую. Я знаю, что вы отменили целый ряд концертов, один из них в Осло и два концерта в Финляндии, для того, чтобы приехать в Ломоносов. Это правда? Это правда. Еще меня соблазняли Уэмбли. Ну, я не знаю, удивлять, не удивлять, но я просто хочу прогуляться сегодня по великим произведениям нашей рок-музыки. Это Stevie Wonder, Rolling Stones. Гитара у тебя такая крутая, интересная. О, это брюнетка. Она черного цвета. Я очень люблю черный цвет. И как сам блондин, в сочетании черного цвета с белым, получается очень гармоничный вариант. Да, это прекрасный инструмент, привезенный с Америки. Джазовый вариант. Называется модель Корн. То есть, если я правильно понял, сегодня все эти вещи, которые ты будешь исполнять, все будет в джазовом таком стиле? При джазовом, не в джазовом чистом варианте, а при джазовом. Кстати, друзья, должен сказать огромное спасибо компании Тейкит, которая нас уже очень много раз поддерживает в наших, так сказать, начинаниях, проектах. Огромное спасибо Тейкит и удачи, успехов вам во всем. Когда ты впервые взял в руки гитару и когда ты почувствовал, что все, вот это прямо мое, и я собираюсь идти по этому пути? Ну, сначала я учился на баяне играть, потому что отец у меня был баянистом, потрясающим, очень прекрасным музыкантом. С 6 лет я взял этот инструмент баян, он был больше меня, я играл на баяне, то меня из-под баяна было не видно. Но мне показался он слишком тяжелым. Ну, я потом учился в музыкальной школе, наверное. Но как я встретился с гитарой, с этим инструментом прекрасно, это когда-то брат принес гитару домой. А тогда это еще был такой дефицит. За 10 рублей вот такие небольшие гитарки продавались. Мы должны потихонечку, музыканты, внедряться в живом исполнении, потому что мы все прикрываемся минусами, подкладками. То есть это хорошо до какого-то момента, но все-таки все равно музыкант должен стремиться все-таки к живому звучанию, к лайв. Спасибо тебе большое, что ты приехал к нам, поговорил с нами, попил со мной чаю. Покушаем сейчас. Хороший, под хороший вопрос, кстати. Хочешь, не отвечай.
Друзья, в Рамбове вовсю цветет сирень, расцветает. Пожалуйста, выходите гулять, гуляйте, пока солнце есть, и слушайте хорошую музыку. Всего хорошего.